Он расположился рядом с баскет-холлом и ледовой ареной. Губернатор края Александр Ткачев вместе с серебряным призером Олимпийских игр батутистом Дмитрием Ушаковым перерезали красную ленту и официально открыли комплекс тренировочных залов. Здания переедут в краевые спортивные школы. В «Чемпионе» будут развивать 9 направлений спорта. От борьбы, бокса, тяжелой атлетики, прыжков на батуте до фехтования и пневматической стрельбы. Одновременно в комплексе смогут заниматься до 1000 человек. Пацаны, слышите? Победа нужны. Давайте занимайтесь, чтобы был результат. Чтобы нашу Кубань прославляли. Кроме спортивных секций, здесь заработает собственный медико-восстановительный блок. С научным подходом здесь будут не только лечить, но и в буквальном смысле рассчитывать возможности спортсменов для победы с помощью новейших технологий. В будущем рядом с новым спортивным комплексом появится 15 теннисных кортов и бассейн. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.